Альфа-банк Казахстан открыл отделение филиалы по всему Казахстану. Цифровые сервисы и оплата картами доступны. Об этом сообщил главный управляющий директор банка Андрей Тимченко. Ранее глава агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова информировала, что ситуация в банковском секторе Казахстана стабильная. Фининституты имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и бизнеса. На фоне последних событий для клиентов Альфа-банка хорошей новостью стало то, что в период с 5 по 19 января банк не будет начислять пени и штрафы по кредитам для физических и юридических лиц, а также по карте рассрочки Альфа-банк. Несмотря на объявленный режим ЧП в Казахстане, банку удалось быстро возобновить работу своих отделений по обслуживанию населения во всех регионах, а теперь и в городе Алматы. Альфа-банк Казахстана сообщает своим клиентам, что отделения филиала по всему Казахстану открыты. Ранее мы сообщали, что с 10 января открыты все отделения за исключением Алматы. С 12 января в Алматы доступны три отделения, находящиеся по адресу проспект Назарбаева по улицам Айманова и Шолохова. Отделение работает по сокращенному графику в Алматы и с 9:00 до 18:00 по всем остальным регионам. Во время массовых беспорядков казахстанцы столкнулись с перебоями в интернете, из-за чего многие банковские услуги стали недоступны. Данная проблема была оперативно решена руководством этого Фининститута. И теперь у клиентов есть доступ к услугам Альфа-банка, даже в случае возможных ограничений сети. Наше мобильное приложение для физических и юридических лиц, интернет-банкинг, оплата картами и банкоматы доступны даже в режиме ограниченного интернета. Сотрудники из контакт-центра консультируют с помощью короткого номера и WhatsApp-чата. Мы готовы поддержать наших клиентов в это непростое время. Мы благодарим казахстанцев за стойкость и терпение, а также желаем мира и благополучия в каждый дом. Альфа-банк представлен на рынке Казахстана более 27 лет и входит в частную международную холдинговую компанию ABH Holdings SA со штаб-квартирой в Люксембурге. Стабильность и надежность финансового института регулярно подтверждает оценки авторитетных международных организаций. Хорошие отзывы о работе банка оставляют и клиенты. Ну, Альфа-банк мне нравится, очень обслужено, хорошее. Постоянно я беру кредиты. Благодарю им. Большое спасибо. Я прихожу в этот банк каждый месяц. У детей моих кредиты. Они просят меня закрывать платежи, так как они сами находятся на работе. Мне нравится, что здесь не бывает длинных очередей. Сотрудники очень вежливо все объясняют. Да и внутри всегда тепло. Чтобы удовлетворить потребности клиентов, коллектив Альфа-банка уделяет особое внимание обратной связи. Постоянные опросы посетителей банка дают возможность улучшить сервис и обслуживание. Благодаря правильно выстроенному диалогу с клиентами, банку удается создавать новые продукты, которые просты и удобны в применении.